В прошлую пятницу на Вроцлавской рыночной площади началась Финтоянская ярмарка. Это традиционная летняя ярмарка в городе. Здесь можно найти художественные изделия и рукоделия, декорации и украшения, керамику, ювелирные изделия, мыло и натуральную косметику, вручную вышитые игрушки из природных материалов и многое другое. В этом году Свинтоянская ярмарка во Вроцлаве проходит значительно скромнее, чем в прошлые года. Продлится она до 28 июня.